My own girls mod 10 видео. Егор Кропочев Entertainment. Проснулся что-то я вот тут. Ой. Ну, всем привет, с вами Ирина Алексеевна. Это очередной новый охрененный блог, реально. Ну, мы в прошлый раз остановились в этом особняке-маяке. Ну, надо идти, короче, уже собираться, а то нас скоро уже вычислят. Ё-моё, тут, конечно, пусто. Да кто там хрюкает? Сейчас. Где хрюкает? Валя, что ли? Что это такое? Надо найти. Что-то не вижу я. Где Егор был? Ой, тут что-то дымится. Не понимаю. Где же Егор-то? Я не пойму. Егор, алло, давай, вставай, где ты там? Ну ничего, сейчас мы приходим. Сейчас мы его разбудим. Все, Егор. Вставай, тварь. Егор, домой, иди. Что? Где ты? Бля. Что такое? В общем, я вот встал только что. Так. Я сейчас иду в горы. Егор, ты где? Верхним, да. Я иду сейчас. Да. Так. Ё-моё, я тебя не заметил. Ты чё? Ой, блин, не та штука. Извините. Ты смотри, всё подрал, ты чё хрень? Ой, пожар. Блин, пожар, давай, беги отсюда. Садись, вот нам пазик подогнал вчера бомбасти. Стой, тихо. Он же это. Давай выйди, нам же надо поприветствовать, наверное, да? Да, надо. В общем, вот. В общем, всем Егор. Привет, ребята. Это продолжение будни в Челябинске. Не знаю, сколько мы там ждали, будет 4 или сколько месяцев ждали. Да, 4 года ждали выход. Выход из тюрьмы. Блин. Ты чё? Жить, ты чё ломаешь, парень? Бомбарь нам тут руки оторвёт. Ну вот, бомбастер, значит, нам подогнал, он как маковый взлетать, такой крутой тоже, но много денег, потому что он заработал на отца, не знаю, где-то он заработал их, Вот. Ну, я не знаю, что еще сказать, потому что он бомбастер нам подогнал, как-нибудь. Чё ты остановись? Да у меня просто тут двигатель заглох, ну понимаешь, бомбастер просто дебил.
Так, осуждаем. Мы осуждаем все. Так, ну давай сейчас поедем пока биржу, разберемся, что какая-то. Ой, блин. Ой-ой-ой. Нет, нет, нет. Тихо. Тихо, стой. Остановись. Остановись. Так, пока мы едем, ты сейчас... Да, ну пока мы едем, сейчас будут, короче, эти титры выполнить. Куда это мы приехали, получается, Егор? Дискотека? А, ну да. Ну это вот... Это после концерта Егора просто все сюда ехали. Да. Я сейчас вам это... Короче, сейчас попробую тут что-нибудь врубить нормально. Сейчас, посмотрим. Сейчас. Солнце на моих зубах. Чтобы мама не будить, шепотом читаю я, хотя похуй распашу. Мама ведь твоя. Посмотри на мулимузин Дима. Он из-под шин резина. Болит густым. Смотри на мой, блядь, что здесь. Посмотри на мулимузин Это машина, она была построена на Вольге. Это Крыслер в 1942 году. Потом, после войны, ее стали использовать как место передвижения. Ее из танка прекратили как бы мог автомобиль улучшенный. И про нее сняли очень хороший фильм. Пятерка снял YouTube такой. Ну, он еще да, какой-то там вообще какой-то. Ну да, какой-то мужик, но он с Гитлером там, кстати, Гитлер. Ну, типа, ну, это потом лимузин вот этот сделал. Там потом... даже гупи с Гитлером есть. Да, и в 68-м вот это у нас появилось, вот, да, чину. Вот. Честно, я ее украл, я не знаю, куда он. Ну, тоже, не знаю, наверное, из ангаров вот этих, это фашисты, ЗП. Да, там еще в Рамштайне были. Да. Сейчас вылетел. Блин, машину эту, рехтиля, ЗПля, тупо разнесли машину. Чего меня чуть посадили? Просто! Блин! Меня арестовали! Арестовать, блин. В смысле, меня тоже арестовали? Давай, тут мусора. Что это такое, блин? Что это такое? Ну, вообще. На этом... Ой, не ожидали меня здесь увидеть. Это я, сам тот самый человек, который был в прошлом ролике. Я пришел сюда, чтобы сказать, вы должны подписаться на канал и поставить лайк. А теперь я ухожу. Ой. Так, мы продолжаем. Тут просто какой-то, я не знаю, кошмар какой-то. Я съеду за Егором, он где-то там прячется. Ой, блин, опять полиция, да что ж вам надо-то? Нет. Егор, я тут.
Все, им капец. Слушай, там опасно, там КПП. В аэропорт, короче. Едь сюда быстрее, Егор. Я не знаю, куда пить. Сейчас, я гоню, гоню, гоню. Блин, у меня, я не могу пройти нормально. Сейчас, сейчас, сейчас. Итак, вот Егор завел машину. А вот сюда надо ехать. Там аэропорт. Бесконечно надеждой согрет. Я вдали вижу город, которого нет. Где легко найти страннику приют? Где наверняка помнят и ждут. День за днем, то теряя, то путая след, я иду в этот город, которого нет. Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых и судьбой дано. Пусть об этом знать не суждено. Может быть, за порогом растраченных лет я найду этот город, которого нет. Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых и
можно покушать вкусненько. Да. Who the hell dares? Так, давай сейчас все это перекусим и найдем там где-то. Ну, дом можно доступить. Да. О, нормально. Да. Ну все, короче. Мы в следующей части, наверное, уже все это сделаем. А сейчас мы уже заканчиваем, как видите. Поэтому всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки, реально. И... Да, все, все ролики смотрите, иначе наша мама убьет безусловно, короче, да. Потому что все пацанчики говорили. Ты такие слова нам не говори, пожалуйста. Ну что? Для меня горит очаг, как вечный знак, забытый.